Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас распаковочка заказов Фаберлик. Есть очень интересная парфюмерная новинка. Итак, поехали. Заказ прям был такой мега срочный. А у меня позаканчивалось все для детей. Вот абсолютно все, все подмывашки, шампуни. И поэтому здесь у меня будет оптовая закупка. Давайте начнем с новинки. Появилась в разделе для VIP-ов новинка. Это мужской парфюмерный аромат. Он у нас с вами выйдет в 8-м каталоге. Артикул пробника с понедельника доступен, не знаю, когда выйдет ролик, в общем, с понедельника доступен уже этот пробник, будет к заказу всем консультантам. 52,39. Адреналин. Парфюм называется Адреналин. Вот так он выглядит. Давайте с вами потестируем, пока как раз во время ролика, может быть, аромат как-то раскроется. Я прям наливаю на запястье. Ой, пока мне нравится. Я думаю, моему мужу тоже понравится. Пока нравится, по первым ноткам, знаете, на восьмой элемент, на их парфюмы, на красный даже, наверное, больше похож аромат. Знаете, такой универсальный, возраст 20+, то есть он такой не старческий, не хочу никого обидеть, но просто вот пытаюсь объяснить. Он вполне подойдет молодежи, он вполне подойдет даже подросткам, слушайте. Он достаточно притягательный, он напоминает мне, мне кажется, Дольче Габбана мужской аромат. Классный, классный, реально классный. Слушайте, наверное, возьму мужу, скорее всего, полноразмерку. Мне нравится. Сейчас посмотрим дальше, как будет раскрываться. Так, что заказала дальше? Дальше заказала себе вот такой набор. Потрясающий набор Суджок. У меня уже такой был, но дети растеряли. А мне он очень нужен. Потому что это реально крутая вещь для пальчиков, для ручек. Вот у нас после ремонта в ванной у меня прям немеют руки, именно кисти. Я знаю, что это идет не от позвоночника, как бы я, когда от позвоночника я разбираюсь. Вот именно вот когда на клеевой пистолет, не на клеевой, а на строительный нажимал, у меня прям вот одна кисть вообще в шоке, конечно, после всего этого, и мне поэтому такой набор нужен. Я, кстати, поискала на маркетплейсах, посравнивала цены. Фаберлик на такой набор, цена в два раза дешевле, чем везде. Именно на набор. Артикул 110,34, и он великолепный. Он мне очень, девчонки, нравится. Степлером крепили. Колечком. Это так приятно. Это невероятно приятно. Здесь два шарика, а колечком массаж. Вот так пальчиков. Это безумно приятно. Просто вот аж мурашусь. Мурашусь по полной программе. И вот эти шарики тоже катать. Ай! Все, один потеряла уже. Катать в кистях. Они разных размеров. Просто вот тоже мурашки. Невероятно приятно, они достаточно острые, они достаточно тяжелые. Там внутри, по-моему, магнитик какой-то, потому что я помню, что в старом наборе фокус не хочет вообще этот шарик ловить, фокусировать. А у нас к шарикам магнитилось что-то, по-моему, там магнитики внутри, то есть еще как магнитотерапия. Ну, в общем, эта вещь на самом деле классная, если заниматься очень полезная, очень нужная, поэтому всем рекомендую. Цена адекватная. Так, едем дальше. Заказала себе третью таблетницу, как и говорила, артикул 910,497. Мне удобно. Во-первых, они не занимают много места. Я одну на одну, у меня теперь всего три, кладу и раскладываю, что мне пить с утра, что мне пить вечером, что мне пить днем. Но днем я ничего не пью, у меня в основном утренний и вечерний. Но утром прям много, поэтому мне одной не хватает, мне нужно две. Ура, у меня есть третья. И одна у меня отдельно вечерняя. Очень удобный формат, удобно пользоваться. Вот так прям чпок и закрыли все. Красиво, цвет супер, все замечательно. Так, дальше давайте по детской линейке теперь пробежимся. У меня прям здесь куча. Я взяла, наверное, все, что только возможно. Некоторые позиции в двух экземплярах, потому что детские средства для деток Фаберлик дешевле, чем где бы то ни было, и качество тоже на высоте. Так, что сначала? Давайте, вот у нас, как всегда, пена, которая меняет цвет. 3+. Артикул 28082. Две штуки взяла. Она действительно меняет цвет. Она сначала такого цвета, как флакончик. Вот, смотрите. Такая вот она, желтоватая. Опять фокус куда-то ушел.
Вот, желтоватая, а потом она становится такого ярко-синего цвета, как вот эта вот ящерка. Штуки классные, пенятся хорошо, кожу не пересушивают, поэтому обожаю эту серию. Ума вообще шикарная. Дальше три разных средства. Детский шампунь-гель для душа 3+, вот такой. Все, в запасы поставлю, потихоньку буду доставать. 28-24. Я давно, кстати, не брала. Здесь у нас манго, маракуйя, что-то такое. А, безумно вкуснючий аромат, мне очень нравится. Так, дальше клубничка. Это у нас с вами детский шампунь-бальзам девчонкам вот такой. Артикул 2809. Он у нас с вами розовенький, вот такой красивый. Клубничка, прям клубничное варенье. Со свежиночкой такой, как будто немножко листвы клубничной попало, когда варили. И детский гель для душа вот такой банановый. Все, 3+, у нас с вами идет 28,81 артикул. Ну, это прям бананчик. Банановая жвачка прям классная. Так, вот такой вот арсенал. И еще, это не все, взяла. Много чего взяла, девчонки. Ну, потому что неожиданно кончается. Они могут взять флакон за раз и вылить себе пены. Вот такой гель для душа Love Ali Moments 3+. Я не люблю, мне не нравится этот аромат малинки. Крис у меня просто от него в восторге. Ксюшке тоже нравится. А, мне очень приторно. Тоже 3+, 26,89. И он такой, видите, как будто перламутровый. Вот такой вот интересный. Мне не нравится. Вот я не знаю почему, но вот, и вот именно вот эту серию с малиной у меня какой-то немножко даже тошнотворный эффект. Но вот детям нравится, поэтому взяла, пусть будет. Не помешает. Дальше. Два средства из линейки Ума 1+. Беру всегда 1+, они пенятся лучше, чем 0+. Но есть у нас еще и 0+, поэтому вообще деткам любого возраста. Используем как подмывашку, и как пену для ванны, и как умывашку для Крис. В общем, устраивает во всем. Артикул 2792. И очень удобно то, что есть дозатор. Это прям вообще респект. И еще два средства. Это недавняя новинка. Подмывашка. Очень понравилась. Очень зашла всем. Пенится хорошо. Это 3+. Детский гель для интимной гигиены. Тоже с дозатором. Он очень густой. У него минимальный расход. Прям класснючий. Как пену для ванны, кстати, тоже мы его используем. 32,66 артикул. Вот такая красота. Прям детская линейка. Такая яркая, красивая. Очень нравится. Так, еще для малышей взяла один бурлящий шарик. Будут купаться. Игрушечка. Наконец-то они появились. Это 3+. Здесь внутри игрушка. Их всего, если я не ошибаюсь, 8, по-моему, было. Они повторяются. Артикул 29,74. Такой вот шарик. У нас попался с чем? С бананом, по-моему, если я не ошибаюсь. Банан, черника, арбуз. Тут все нарисовано. В общем, я через упаковку не чувствую аромат. Так. Мужской парфюм все такой же классный пока. А то вдруг в конце, как всегда, забуду рассказать. Очень классный. Девочки, мне нравится. Прям вот рекомендую. Если сомневаетесь, берите пробник. Два спрея Dream Therapy для Ксюшки. Расслабляющий мист. Перед сном она спрыскивает себе подушечку. Воздух 25-59 артикул. Очень заходит. Очень быстро с ним детки засыпают. Вещь вообще классная. Так, дальше. Дальше взяла растирку бальзам с сабельником. У меня... Мы уже на работе, друг как бы у него попросил что-то, от спины заболела спина. Я вообще знаю о чудесных свойствах сабельника. Сабельник – это уникальное просто растение. Есть даже, по-моему, внутрь принимать что-то с сабельником. Мне кажется, даже я в свое время брала. То, что у меня перелом позвоночника, да, и спина иногда беспокоит. 12,82 артикул. Он вонючий. Сабельник, он, в принципе, сам по себе воняет. Потому что я брала и аптечные раньше средства. Теперь, слава богу, у нас есть Faberlic. Он вонючий, он реально воняет. Я знаю, как он пахнет. И вот так вот он и пахнет. Но он работает. И он работает очень круто. От боли в мышцах, от боли в костях. В общем, когда болит позвоночник, когда артрит, артроз и так далее, вот сабельник – это вещь вообще классная, поэтому кто не пробовал, обязательно присмотритесь. Дальше взяла много-много чего. Я взяла спреев. Так, так,
3, не очень много, конечно, но 3. Взяла вот такой вот утренняя свежесть, освежитель, защита от запаха животных. У меня животное мое не пахнет, у меня животное очень приличное и ничего не метит. Но мне нравится сам аромат этого средства, беру периодически ради разнообразия. 303-25. Это водные безопасные освежители для животных и для детей. И еще с удобной вот такой вот защелкой. От детей. То есть вот так вот защелкнул, и дети уже не попшикают. Отщелкнул и попшикают. Но это сделать достаточно тяжело, поэтому маленьким деткам, конечно... О, сейчас распшикается, забыла уже аромат. Но это классный аромат, это действительно аромат свежести, он абсолютно не приторный, и он, на мой взгляд, один из самых вкусных среди водных освежителей воздуха. Дальше взяла рефрешер, потому что, вот знаете, иногда прям надо. Вот надо прям иногда раз в полгода буквально, но ему как назло нет, поэтому взяла в запас. Можно, кстати, распылять тоже на шторки, на постельное белье, освежать, все что угодно. Цветочный бриз взяла без замятий и запаха пота. То есть можно освежить какую-то одежду. Я его не с этой целью использую, а вот иногда нужно что-то разгладить. Я вообще терпеть не могу гладить, но иногда что-то достаешь. Мнущихся вещей не так много, а надо вот срочно. И вот для этих целей как раз оно и есть. То же самое здесь, все заглушка такая же. И аромат тоже достаточно нежный. Хоть это и цветочный бриз, но он такой свежий цветочный бриз. Прям свежие такие полевые цветочки. Прям класс. И появился, я знаю, многие девчонки спрашивали, нейтрализатор запахов. Вот такой вот именно синенький, нежный хлопок. Защита от запахов. Моментально устраняет самые стойкие, резкие, неприятные запахи. Освежает и придает легкий аромат. Без спирта, газопарабенов и так далее. 302-87 артикул. Опять появился. Разбирайте, а то сейчас... пропадет, я так понимаю. Скоро я забыла уже, как он пахнет, если честно. Сейчас освежу впечатление. Ой, это свежесть хлопка, это свежесть такая классная, тоже не приторная. Вообще, в общем, супер. Сегодня спрейчики такие прям очень-очень удачные. Так, дальше у меня 2 кондиционера, потому что акция, при покупке 2 они дешевле. Sensitive 0+, делает белье самым мягким, и он 0+, пудровая нежность, очень тонкий, деликатный аромат остается на белье, восхитительнейший кондиционер. 308-56. Самое мягкое белье именно с ним, вот именно с ним. И дальше у меня золотая органа. Один из любимых ароматов, он пахнет как дорогой люксовый парфюм для меня. 308-54 артикул, и здесь уже громкий аромат. Он громкий и на сухом белье в том числе. Прям вот кто любит, пожалуйста, welcome, как говорится. Дальше взяла для мужа вот такие вот коротенькие носочки набор, потому что уже тепло. 820-445 артикул, размер 43-44, у него 45-й, но больше не было. Будет нормально, я думаю, они хорошо тянутся. Здесь в упаковке представлены 3 расцветки, и это носочки в рубчик. Прелесть-то какая, да? Это носочки в рубчик, и они не совсем, бы я сказала, тоненькие. Они такие достаточно прям плотненькие. Прям такие вот хорошенькие, не светят, ничего. Глубокие мужские носочки, кстати, с просиликоненной пяточкой. Вот 3 полосочки, то есть, чтобы не сползали. Но они такие глубокие и так не сползают. Хорошие носочки, классные. Супер. Так, дальше у меня в наборе 2 зубных щетки. У меня муж чистит обычные щетки, у нас у всех электрические. И вот 2 штуки в запас взяла. Зелененькую и вот такую вот сиреневую. Угольное напыление. У нее достаточно большая головка. И она еще, смотрите, здесь просиликоненная. То есть, дополнительно идет массаж десен. Вот этими вот силиконовыми штучками. И плюс угольное напыление на самой головке. Смотрите, все щетинки разной длины. То есть, прочищает она между зубками на ура. Вот эти щетки Faberlic прям очень люблю. 910-331 артикул — это зеленая, и 910-332 артикул — это у нас с вами сиреневая. Вот такая щетки классные, прям ничего про них плохого сказать не могу. Ну и на этом все, мои хорошие. Вот такой вот заказ прям нужности, вот того, что любим, того, что необходимо. Надеюсь, вам было интересно. Ссылочка для регистрации всегда под роликом в инфобоксе или здесь вверху прям в уголочке всегда оставляю. Всех люблю, целую, всем пока-пока.